За прошедшие годы компания построила в Минске целый ряд знаковых жилых комплексов. Моцарт, Вивальди, Чайковский, Бетховен, Рахманинов. В прошедшем году на полгода раньше установленных сроков завершен комплекс «Маяк Минска». Новый жилой район, изменивший образ столиц. За 10 лет возведены жилые дома. Создана развитая инфраструктура. Крупнейший в стране торгово-развлекательный центр, в который приезжают из других районов столицы и даже городов. Новый пешеходный бульвар, названный в честь Пабло Пикассо, мультимедийный фонтан «Дана Танец». В Беларуси мы работаем давно и продолжим здесь активно строить и в будущем. В этом году завершено строительство комплекса «Маяк Минска». В следующем году будет сдан комплекс «Парк Челюскинцев». Комплекс премиум-класса вплотную примыкающий к парку и ботаническому саду в самом центре города. Устоявшаяся городская среда. Один из детских садов расположен прямо в жилом доме. Комплекс будет полностью завершен уже в этом году. Сейчас ведутся активные работы в комплексе «Минск World». Первый квартал комплекса был полностью завершен раньше установленных сроков. Мы наращиваем темпы. Сегодня здесь строится одновременно 65 зданий или 1200 этажей. Строительство комплекса «Минск World», деловым сердцем которого станет международный финансовый центр, будет завершено ранее сроков, оговоренных инвестиционным договором, до конца 2023 года. А ведь это 3,5 миллиона квадратных метров жилых и общественных помещений. Район для тех, кто ценит комфорт. «Минск World» — это широкие проспекты, третья линия метро. В каждом квартале школа или детский сад, всего 7 школ и 12 детских садов. Между собой кварталы соединены сетью велодорожек. Детская и взрослая поликлиника — полномасштабный медицинский центр. Первые этажи домов — коммерческие помещения. Как реализована идея шаговой доступности объектов торговли и сервиса, видно по первому полностью готовому кварталу «Эмиратс». Строятся паркинги, способные вместить автомобили жителей всех кварталов. Международный финансовый центр строит в сотрудничестве с арабскими архитекторами и инвесторами, а это миллионные вложения и тысячи новых рабочих мест. Здание будет высотой в 42 этажа. «Минск World» построит и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Мы намерены завершить работы в комплексе раньше плановых сроков. И мы гарантируем, что ваше жилье будет построено вовремя. «Минск World» — это возможность для каждой семьи со стабильным доходом решить квартирный вопрос. Только до 11 января действует уникальная рождественская акция. Цена за метр от 2000 рублей при единовременной оплате в строящихся домах. И от 2690 готовые квартиры в уже построенных домах, а также рассрочка на 100 месяцев от застройщика с первоначальным взносом 30%. А еще по акции скидки для работников IT-сферы, преподавателей, работников системы здравоохранения, молодоженов. И выгода 1000 рублей при онлайн-бронировании квартир. Застройщик индивидуально подходит к интересам каждой семьи, при этом сдает объекты раньше запланированных сроков. Это шанс изменить свою жизнь к лучшему. Поторопитесь, так как до конца выгодной акции всего неделя.